Никто и не говорил, что в оппозиции легко подбадривал спикер Сергей Пахомов пришедших в облдуму граждан. Депутаты и заинтересованная общественность обсудили в региональном парламенте проект закона о специально отведенных местах для проведения публичных мероприятий на территории области. Он уже принят в первом чтении. Согласно этому документу, протестующим запрещены акции на автомобильных дорогах, на тротуарах, на территориях, прилегающих ближе, чем на 20 метров к памятникам, жилым домам, остановкам, государственным и муниципальным учреждениям. Излюбленная митингующими площадь Ленина из перечня сразу выпадает, как и основная часть мест в городе. Фактически, проведение публичных мероприятий на площади Ленина, исходя из данной формулировки закона, фактически там публичные мероприятия запрещены, так как памятник Ленину является, значит, если судить по спискам, значит, объектов культурного наследия, которые запрещены на сайте департамента, он входит в этот список, соответственно, к нему применяется данный закон, от него мы 20 метров отмерили, а вот здание, являющегося, значит, памятником архитектуры, здание профсоюзов. Также там есть жилое здание. Вот получилось у нас, что фактически на площади Ленина данные публичные мероприятия проводить невозможно. Планируется установить перечень специально отведенных мест для митингов и пикетов. Нынешний законопроект оговаривает, что если в таком месте собирается менее 100 человек, то уведомлять организатор никого не должен. Взятая с потолка цифра 100 многих возмутила. Коммунисты предложили в облдуму свой вариант законопроекта. Мы ставим не менее 300 человек, если заявляю будет на публичном мероприятии, то мы можем не уведомлять соответствующую власть. Но в связи с этим мы там прописываем следующее, что за 10 дней организаторы могут, значит, и желательно, ну, не слово желательно, могут, значит, информировать о проведении своего публичного мероприятия через соответствующие средства массовой информации, сайт свой и так далее. То, что принятый в первом чтении закон требует полной переработки, встреча с общественностью только доказала. Депутатам теперь придется начать работу заново, с учетом свежих замечаний. Предложений было больше, чем сам закон в себя вмещает строк. По крайней мере, над чем подумать есть. Единственное, что сегодня совершенно понятно.